1 февраля на 4,3% в России повысится ряд социальных выплат. Постановление правительства подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Такое повышение должно проводиться ежегодно с 1 февраля. Коэффициент индексации каждый раз определяет правительство, и он должен быть равен размеру инфляции за прошлый год. По итогам 2018-го она составила как раз 4,3%. Увеличение выплат коснется в том числе героев России и Советского Союза, людей, подвергшихся воздействию радиации, инвалидов и так далее.